В грядущем сентябре Краснодарский край отметит знаменательную дату – 80-летие со дня своего основания. Сергей Сергеев отмечает, курорт обязательно должен внести свой вклад в историю юбилейного года. Давайте мы найдем участок земли в городе, да. Закупим посадочный материал хороший. Мы сами можем это. И в честь 80-летия заложим, ну, хотя бы сквер. Может быть, у кого-то есть еще какие-то предложения? Потому что 80 лет Краснодарскому краю, ну, дата знаменательная, скажем так, юбилейная. Но она должна свой след оставить. Хороший. Предложение Сергеева поддержал председатель правления Анапского городского отделения ветеранов «Боевое братство» Вячеслав Бабунц. Он отметил, что в благоустройстве сквера с удовольствием примут участие общественные организации и национальные диаспоры. Также активисты предложили благоустроить тротуар на Анапском шоссе и создать зеленую лесопарковую зону с тротуаром и детским городком в Витязево. Сергей Сергеев гарантировал, что обращения будут рассмотрены. Анапа уже начала готовиться к сезону, в течение которого на курорте пройдут сотни массовых мероприятий. Поэтому вопросы обеспечения безопасности по-прежнему в числе первостепенных. Минувший сезон прошел без происшествий, в том числе и благодаря слаженной работе полиции, казачьей и народной дружинам. Результат проводимых мероприятий на территории нашего города-курорта показывает, что граждане, население начало правильно реагировать на все проводимые мероприятия, и в большом количестве возросло количество обращений граждан по вопросам нахождения подозрительных предметов, брошенного автотранспорта, обнаружения бесхозных предметов. И это правильно, что люди правильно реагируют на все это. В продолжении совещания главный специалист управления по взаимодействию с правоохранительными органами и общественными объединениями Сергей Исаев напомнил его участникам о требованиях законодательства Российской Федерации при организации и проведении публичных мероприятий. В соответствии с законом, уведомление о проведении публичного мероприятия подается в срок не ранее 15 и не позднее 10 дней до для проведения публичного мероприятия.